Работаем не ради наград. Именно так скромно комментируют свое награждение отличившиеся члены экипажей спасательных судов «Справедливый» и «Суворовец». В пятницу, 28 июля, ведомственными наградами их отметили Росрыболовство и Министерство рыбного хозяйства Камчатского края. Два ледокольно-спасательных судна зашли в порт Петропавловска на смену экипажей и проведение межрейсового технического обслуживания. И в такой рабочей суете нашлось время для приятного момента. Ведь работу спасателей трудно переоценить. Когда спасательный флот рядом находится, рыбак уверенно и спокойно работает, зная, что в такую трудную минуту к нему подойдет профессиональный судно с профессиональной командой, оперативно окажется действие и ситуация будет решена. Во время прохождения путины задача у всех одна – обеспечить максимальный вылов водных биоресурсов. А для этого нужно быстро решать все аварийные ситуации, которые могут возникнуть в любой момент. Если зимой 22 года было порядка двух всего лишь на все аварийно-спасательных операций, то зимой 23 года их было 6. Поэтому как будет обстоять дело на следующую зиму 24 года, предположить довольно сложно. Все зависит от слаженности экипажа рыбопромысловых судов. За обеспечение безопасности мореплавания в период Охотоморской путины награды получили как члены экипажа «Справедливого», так и «Суворовца». Они успешно провели несколько спасопераций в сложных погодных условиях. Надежда рыбаков, вообще всех судов при возникновении каких-то внештатных ситуаций, она в первую очередь лежит, конечно, на спасателе. Спасательное судно «Справедливый» за период рейса провело 6 спасательных операций, 2 из которых особо сложные. За четкую и слаженную работу капитану судна Сергею Томилину вручили медаль за заслуги в развитии рыбного хозяйства России 2-й степени. Сработали хорошо. Матросы пожилого возраста, они достаточно имеют квалификацию. Молодежь, которая была там, в основном курсанты, ну и молодые ребята, вот, в принципе, сработали нормально. Работали-то мы не за награды, мы просто выполняли добросовестно свою работу. Ну так, конечно, приятно. А экипаж ледокольно-спасательного судна «Суворовец» провел ледовую проводку каравана судов в район Шантарских островов. Это очень важная и ответственная работа. Капитану судна Николаю Ишутину вручили благодарность за значительный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса России. Мы шли впереди, за нами транспортное судно шло. То есть нам нельзя было ни отклониться, ни что. Но если отклониться, то ему тоже тяжело маневрировать. То есть он, если транспортное судно застревает, то мы возвращаемся, его окалываем непосредственно. То есть мы вокруг него нарезаем круги, ну, по-русски говоря, и даем ему, чтобы, ну, чтобы он дал ход, как бы, освобождаем его от льда и обеспечиваем ему дорогу. Часто основная работа во время спасательных операций ложится на плечи водолазов. В условиях повышенного давления они должны чувствовать себя уверенно и работать, не отвлекаясь на свое необычное состояние или какие-либо ощущения. Это не понаслышке знакомо Кириллу Бабичу, отличившемуся старшему водолазу «Справедливого», которому вручили медаль за заслуги в развитии рыбного хозяйства России 2-й степени. Наши спуски идут до 20 метров. В основном это у нас 8-10 метров. Наша рабочая глубина. Бездекомпрессионный режим, поэтому мы барокамеру не используем, по режимам выходим редко. Однако очень много времени проводим в холодной воде. В ограниченном пространстве работаем. От работы членов экипажей зависит многое. И чтобы ребята чувствовали себя хорошо и правильно питались, на судне трудятся повара. Несмотря на порой тяжелые условия, они ежедневно готовят вкусные блюда. За это благодарностью отметили Ольгу Декусар. Тяжело работать, когда качка. Конечно, очень тяжело. Все выплескивается, боишься, чтобы не слетело ничего. У нас, конечно, штормовки есть, но это мало иногда помогает, потому что саму кастрюлю как даст, как даст. И кастрюля стоит на месте, а содержимое выливается. Иногда кажется, все, сбегу, а потом посмотришь на наших ребят. У нас замечательный коллектив, и поэтому хочется им угодить. Безопасность судов несут не только в море. Все начинается с суши. Специалисты Камчатской службы по освидетельствованию судов проверяют корабли на соответствие Международному кодексу по управлению безопасностью. Главному эксперту ведомства Богдану Бублыку за высокий профессионализм и добросовестный труд вручили медаль «Ветеран рыбного хозяйства России». Это серьезная награда. И, наверное, она связана с тем, что я работаю в очень хорошем коллективе.
И каждый день я большими пригоршами черпаю у них опыт, знания и вдохновение. Вот потому и получил награду. Профессионализм, навыки и отличная морская практика по проведению спасательных операций всех членов экипажей двух судов позволила пройти Хатаморскую путину успешно. Все работы были выполнены своевременно, пострадавших среди членов экипажа аварийных судов нет.